Петя полдничает, у него пудинг чиа на кокосовом молоке с ягодками. Держи рукой баночку. Такой пудинг я заказала, можно сделать самим элементарно. Нужно 3 ингредиента, кокосовое молоко, чиа, семена, которые разбухают и дают такую приятную консистенцию. Можно добавить ягоды, можно перемолоть манго. Вот. Ну, маме Ане было лень это делать. Я заказала, да. Переплатила втридорога. Ну что, Петюнь, ты сейчас поешь, мы с тобой позанимаемся. Знаешь, что мы будем делать? Домашнее задание. Ты сегодня был у Натальи Ивановны? На занятии вы играли, в ладошки хлопали. Слово она показывала, а ты хлопал и называл это слово, помнишь? Держи тарелочку, вот так держи. Вот тогда я тебе перемешаю тут все. Тут все самое вкусненькое. Какой сегодня ветер дует? Дует. А еще ты сегодня учился дуть на салфетку. Дыхание тоже очень важно для постановки звуков и речи. На, вытирай руки. Стол. А руки и рот кто будет вытирать? А рот у тебя чистый, Петь? Отлично. Теперь да. Что, будем заниматься? Да. Ну давай, сейчас тебе воротничок сниму, давай. Садись. Садись, я тебе сейчас дам. Смотри, это ладошки. Садись, я тебе буду картинку ставить, показывать. Начнем мы с вот этой вот картинки. Мыло! Что? Мыло? Ну давай. Давай мыло. Ну, шлепай. Хлопай. Мыло. Нет. Мыло. Правильно. Мыло. Миша, давай. Правильно, ровненько. Давай, правильно. Хлопай. Так, да. Ну, ладошками. Сначала. Да, сначала Мишу давай. Миша. Правильно. Это как называется? Да. Часы. Давай ударять ладошкой. Нет. У тебя нет часов, да. Нет. Давай, хлопай и говори. Ча. Второй ручкой. Да. Сы. Ди. Ча. Сы. Ди. Это будет дома. Хоть на картинке один. Дома, правильно? Давай, вместе. Хлопать. Хлопнем. Дома. Правильно. И это? Следующий. Давай, Гулю. Ну, что ты хочешь из этого? Мыло хочешь? Инициатива перешла в руки Петра. Куру давай. Давай цыпа, это цыпа, давай ее. Похлопаем.
Вот так, да? Угу. Давай, цыпа. Да, она так делает. Вот так делает. Давай. Цы. Цы. Па. Па. Правильно. Па. Цыпа. Да. А вот здесь кто? Куда. Кура. Давай. Ку. Да. Ку. Надо ударить. Ку. Ладошками давай. Ку-ра. Да. Угу. А Гулю? Нет. Ну давай. А-о. В рот зачем брать? Это плохо в рот. А кису сделаешь ладошками? Похлопаешь, как слово звучит. Выбирай, что ты хочешь из этих картинок. Вот все, исчерпал Петр свой ресурс. Ну, достаточно. Дай 5 мне. Ой, совсем. Совсем ты не тут. Молодец. А теперь сильный паровоз, давай. Ну, давай, как я тебе показывала. Ну, вредоносный паровоз, дуй. Давай так. А почему ты не хочешь так делать? Почему ты не хочешь так делать? Одень, пожалуйста, петь на конус колечко не розовое. Не красное. Какое? Не красное. Не розовое. Какое тогда? Не красное. Не розовое. А какое? Зеленое. Да, это правильно. А теперь, Петя, одень, пожалуйста, на конус. Не синее, не розовое. Петь. Не синее, не розовое. А какое? Не синее, не розовое. А какое тогда? Не синее. Красное. Правильно. Правильно. А теперь, Петя, одень, пожалуйста. Не красное, не синее. Не красное, не красное, не синее. А какое тогда? Не красное, не, нет, не красное. Не синее, нет. А какое тогда? Не красное, нет, не красное. Смотри, давай еще раз. Не красное, не синее. А какое тогда? Не синее. Нет, не синее, не красное. А какое? Петь, посмотри, какие здесь колечки есть. Нет. А розовое? Да. Да. Ты чё? Молодец. Бабушка нашлась. Да, там написано на бумажке «Баба». Ставь ее. Правильно. Так, давай следующую бумажку. Вот тут. Читай, что написано. Деда. Да, ты так прочитал быстро, но тут действительно написано «Деда». Наверное, угадал. Ну, хорошо. А вот здесь что написано? Читай. Деда. Не, правильно читай. Давай. Нет, здесь написано не Лея, а Ля-Ля. Ля-Ля, давай, где Ля-ля. У нас Ля-Ля? Лялю, зови, ставь сюда, зови, ставь сюда Ля-Ля. Вот она, маленькая Ля-Ля. Ставь, ставь давай сюда. Вот так, аккуратненько, вот так сверху вот так бери. Вот так. И ставь аккуратно, молодец.
Молодец. Так, а здесь у нас что? Папа. Папа, правильно. Где у нас папа-то? Где, где? Дома. Вот папа. Это он. Это он. Папа. Это он. Папа. Мама, мама. Давай следующую. А вот здесь что написано? Читай. Илья. Ну, не придумывай. Какая первая буква? Илья. Да, посмотри, давай. Это что написано? Ну, это девочка, да, Лея. А вот здесь что написано? Посмотри. Тук-тук-тук-тук. Что за буква? Д-д-д-д-д-д-д. Смотри. Дядя. Здесь дядя. Давай искать дядю. Дядю как зовут у нас? Мама. Тёма. Давай искать дядю Тёму. Где там дядя Тёма? Нет, не он. Дядя. Это он? Вот он. Это он. Это будет дядя Тёма. Давай. Так, ставь вот сюда, вот так, о, сверху, да. Вот так, так, двигаем, 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 двигаем. Так, вот тебе карточка, что здесь написано? Не придумывай, прочитай, ты даже на карточку не смотришь. Ой, ой, ой. Неправильно, нет. Мама. Мама, правильно, как маму зовут? Как ее зовут? Оля. Маму твою Оля зовут? Папа Коля. Папу зовут Коля. А маму как зовут твою? Как твою маму зовут, Петь? А, и ты их рядом поставил. Кого ты рядом поставил? Ляля. Маму, папу и Лялю поставил, да? Ой. А ты где? Где Петя тут? Это мама, это папа, это я, это... Я. Вся... Моя... Семья. Петю давай ставь. К маме, к папе, к Ляле ставь Петю. Собрал такую семью, да? Давай поищем. Что же у нас тут есть? Еще раз давай сделаем Э. Нет, ладно. Это. Стучи, как ты стучишь. Кто, кто? Это. Это жаба. Ну, давай стукнем два раза. Жаба. Ба, молодец. А это? А это? Да. Давай, стучать. Да. Молодец. Это утя. Это жаба. А это? Да. Давай, простучим. Это робот. Кису-то давай. Киса. Вот как мальчик у барабана, ты тоже стучи, как будто бы. Давай. Ки. Киса по барабану. Это. Мяч. 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 Эта девочка кого обнимает? Это. Миша. Петь, пойдем играть. В очень интересную игру. Ты мне будешь помогать сажать мальчиков, девочек на стулья. Я тебе буду говорить. Смотри, у нас два стула. Вот эти стульчики. И... Да, теперь слушай внимательно. Посади на стул того, кто в юбке. Мама. Оля. Скажи, кто в юбке? Оля. В юбке кто?
Мама. Она. Она. Да. Сажай, правильно, на стульчик. Давай, на стульчик сажай. Ножки, да, нужно сложить. Правильно, давай, молодец. Ну, ты ее что-то неправильно сложил, сломал ей позвоночник. Давай я тебе помогу, вот. Вот так вот. Да, неправильно ножки, не в ту сторону загнул. Посади на стул того, у кого фартук. Может, я тебя мучаю, что ли? Мама. Ну, чего? Что случилось? У кого фартук? Покажи мне. Мама. Доделай. И будем играть. Доделай. Сделай. У кого фартук? Да, слушаю тебя. У кого же фартук? У деда? У деда есть фартук? Нет. А у бабы есть фартук? Да. Ну, так сажай ее быстрее на стул. Вот фартучек у нее, белый фартук. Да, молодец. Манипулятор мой маленький. Фарточек. Давай я тебе помогу. Ножки вот так вот складывай. Дай. Опа! Сажай я быстрее на стульчик. Молодец. Молодец. Деда. Садиться на стул хочешь, деда? Да. Ну, садись. Ой. Ой, да. Ой. Вот что очень важно, чтобы Петя научился аккуратно все делать. Вот. Да, прекрасная демонстрация того, что очень неловкий мой сладкий. Давай я тебе помогу. Не расстраивайся, я тебе помогу. Мама. Да, это тоже задание. Аккуратно. Вот так. Посадили. Давай всех. Не расстраивайся, я тебе помогу. Да, да, да. Сажай, сажай. Давай сюда. Вот, вот так сверху. Баба. Мне посади. Давай. Ой, и у мамы тоже он упал. Скажи, мам, ты тоже неаккуратная. Мама, мама. Давай эту Ой. Фигурочку. Ой. Ой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы везем с собой кота. Давай, неси. Вот. Сажай аккуратненько на стул. Аккуратно. Вот, молодец. Вот, прекрасно все. Аккуратно сажай. Ой, как здорово. Вся семья. Давай поставим... Стол, да, стол. Чего, музыкальная пауза? Потанцевать? Это пила. Давай, стучи.
Гуччи? Да. Молодец. Теперь коза. Коса. Теперь ваза. Теперь шуба. Отлично. Теперь киса. Давай, киса. Лягушат будем отправлять в тарелку. А давай в тарелочку. Не, не так. Я тебе скажу. Смотри. Не синий, не оранжевый. А какой тогда, Петь? Если не синий, не оранжевый. Какой? Какой? Не синий. Да, желтый. Давай, нажимай. Давай. Давай. Ой. Почти. Да. Да. Ты сам съел лягушку? Ну, ты француз. Давай. Ну, давай, нажимай. И. И посиди, давай. Ого, вот это да, ква-ква, молодец. А теперь давай не оранжевую, не оранжевую. Не оранжевую. Синюю, правильно, давай. Ой, почти, еще раз, давай, давай. Давай, нажимай, ой, почти. Еще. Ну, давай. Давай, нажимай. Пальчиком вот так ты пальчик сделай. У тебя все получится. Давай помогу. Нажимай. Вот так пальчиком. Давай. Жми. Давай. Ого! Куда она прилетела? Ква-ква-ква. А теперь смотри. Не желтую. Не желтую. А какую? Не желтую. Не желтую. Значит? Оранжевую. Да. Да, давай. Заряжай лягушку, квакушку. Жаба, прыгай. Ой-ой, вот это жаба. Ну, уже лучше с частицы не гораздо. Потренировался, Петя, и пришло осознание и понимание. Конечно, еще много у нас предстоит занятий на эту тему. Но вода камень точит. Помогу сейчас тебе. В начале этого видеоролика я рассказала про Петин перекус. И в этот раз я сделала этот простой полезный десерт из семян чиа, из кокосового молока уже сама. Вот он настоялся. Сейчас Петя спит, проснется, добавлю ягод. И будет ему очень вкусно. А еще у нас классная новость про лук. В одном из видео я показывала и рассказывала, что мы с Петей решили прорастить лук. Так вот, и результат. Он пустил корни, зелень. На радостях мы еще одну луковицу с Петей прорастили. Поэтому, кто не верил в нас, не верьте. Это еще раз доказывает, что нужно чуть-чуть подождать, и все получится. Спасибо за просмотр этого видео. Пока-пока.